А там вон надвигается дождь. Тучи сунут. Гремит потихоньку. Будет дождик. А мы опять пойдем на нашу грядку. Кто кого? Мы ее или она нас? А, Лешек? Дождь начинается уже, да. Уносим, да, потому что там вон, там такие тучи. Как люди. Как люди. О, сейчас, наверное, будет и гроза, и дождик. А как на этом небе, на темном, цветущие сливы. Да, красиво. О, ты. Красиво. Ага. Вот, сейчас покажу, а там черемуха цветет. Вот, смотрите, полоса травы не растет, не растут одуванчики на этой полосе. Я в прошлом году весной засеяла здесь газонную траву. Вот, вот эту полоску, газонная трава, она вытесняет все одуванчики. Рассаду оставляем, да. Пускай дождик на нее идет, а что? И огурцы. Хотя помидорчики может занести, не знаю. Вот как газонная трава вытесняет одуванчики. Вот прям видно. И не пускает на огород пырей. Вот так. Вон какие тучи. А вон черемуха цветет. Там дальше вон черемуха цветет. А кто там под кустиком сидит? А? Ай! Кто там в одуванчиках спрятался? А? Эй! Ой-ой-ой! Вот так, вот так. Ну как можно вот жить и этому не радоваться, а? Это же красота какая. Кто-то, может, и не понимает. Ну. Ну, как мне вчера написали. Какой там драный санаторий, что ли? Какая это красота? Это драный санаторий. Ну, кому как. А вам какая красота? На островах? Вот она красота. Дождик, черемуха, сливы, одуванчики, птицы. Ну, а кто не понимает, тому драный санаторий. А вот и дождик. Дима, текай. Дождь намочит. Быстро. Ох, какой дождик пошел. Это надолго. Поливает. Ну, сегодня, наверное, на весь день зарядил. Ну, ничего, после обеда может разъясниться немножко. Спасибо. Ой. Любви обильные наши. Димыч. О, дождик. Полез, полез, полез. Полез. О, руки грязные. Ай, ты. Засранчик. Ой, ой, ой. Вот так вот. Wow.
тепло. На уличке тепло. Дождик теплый. А там он уже небо светлое. Уже все, скоро закончится. Вот, ребята, приготовили, готовим, вернее, грядку лунки под помидорчики. Немножко туда золы в каждую лунку. Где-то столовая ложка, ну, может, больше. Чуть. Вот так вот. И сейчас пойдем садить помидорчики. Вот. Так, вот у нас пошла посадка помидор. Да. Корешки какие хорошие. Пошла работа. Камни, угольки тут. Так, такие у нас это единичка тут. Две. Это одна троечка. Вот. Сюда мы четверочку поставим. Это когда-то я купила такие штучки. В этом фикс-прайсе были. Очень удобно. Так. И вот что у нас получилось. Вот. Вот так вот. И вот так. О, красавцы наши. Вот такие вот у нас помидорчики. Сейчас будем высаживать перчики. Перчики прямо из улитки. Вот. Обойма для пулемета. И зарядим, и перцами будем. А тут что? Желтый куб. Да, перцы можно садить. Желтый, оранжевый. Какая разница, вырастут всякие. Вот. Подожди, я же не насыпал тебе. Да. И вот теперь вот так вот. По одному. Вот. По такому перцу. Надо было маникюр сделать. Надо было. Накрасить, вот намазать. Вот. Все, ребята, вот так вот. Лечо. Лечо? Посадили. Желтый, шоколадный и красный у нас перчик. Вот. И помидорки. Ну все. А это вот остался острый. Это на улице посадится. И этот вот на улице посажу. Увидела, увидела. Погнала. Погнала. Боже. Без задних ног.
Дождик опять барабанит. Ну все. Рыбачок. А может, просто кто выплыл прокатиться, поплавать на лодке.